Как снимали хромакеи? На каждое наше шоу, которое было снято на различных волнах, мы снимали на этом шикардосном зеленом фоне. У нас есть ага, которая обозначает центр. Она постоянно говорит, стать под ага, значит, надо стать в центр. Также мы можем менять различные фоны позади нас одним щелчком. На этих фонах мы снимали соцролики, потом... Когда, например, сейчас скажу, где на фоне летают... На фоне мы снимали наши знаменитые рэпы. Обидненько. Мы снимали соцролик про телефон. Прекрасный мы ролик. Попали... Надо посмотреть обязательно. Да, я скажу. Мы попали в 60-е во времена Гагарина. Вообще... Как мы снимали президента, разные фразочки такие говорили, а сзади такая Москва красивая и все такое. Снимали потом рубрики КВН. Где еще в кадре было две миры. Мы снимали, когда было очень много Саш кадра, когда было очень много Мир в кадре. Мы снимали соцролик про мусор. Мы побывали в космосе при помощи этого шикарного фона. Ну, не, конечно, не только, но тоже. Еще мы снимали здесь рэпчик про 8 марта. Да, я там участвовала. Посмотрите обязательно тоже. Прекрасный ролик. На этом фоне мы снимали стихи. Еще мы снимали соцролик про чай. Про чай? Про чай. Вау, чай. Про войну, фильм, про робототехнику и все такое. И наши бесконечные новости. Юху!